И еще о предстоящих событиях. Совсем скоро засверкает разноцветными огнями ледовый городок. Жители города Дед Мороз со Снегурочкой приглашают на открытие зимней сказки. Уважаемые жители и гости города Губкинского, 25 декабря в 18:00 мы приглашаем вас на торжественное открытие ледового городка на площади городского дома культуры «Олимп». С наступающим Новым годом! Вас ожидает театрализованное представление, народные гуляния и, конечно же, позитивные эмоции. Итак, открытие ледового городка в пятницу в 18:00.